Вот, Зая, я звонил тебе, короче. Не дозвонился, одна палочка всего ешка. Пришли в избушку вот такую вот. Пацаны, короче, были здесь, но они ушли. Мы с дядькой пришли, ждем, может быть, придут. Хуй знает, может, домой. Ну, хоть бы они домой ушли, чтобы нам переночевать можно было. Две кровати всего. А они вдвоем тут были. Так что вот такие дела. Ладненько, целую, не буду батарейку садить. Сегодня убил утку. Два бобра уже добыли. Я Коля добыл. Я же за рулем. Ладненько, все, давай. Хава Хабер. Да, Коль, чё, гоголей, ты не видать? Это ты там светила, я думал, из леса кто-то светит. В окно. Ну-ну. Думал, идут нахуй они уже. Где-то гоголят там. Гоголя? Гоголя. Ясно. Короче, второй день сплава. За первый день уебали бобра, бобренка. И бобриху. И гоголенка. Сегодня с утра мы видали бобра. Вот. Кого говорите? С бобром лучше бы не встречался. Да. Одного бобра сегодня видели. Дядя Коля. Одного мы знаем, которым лучше бы не видеться. Дядя Коля приложился, ёбнул гоголя. На камеру нихуя не заснялось. Мы его мотором пробуксировали маленечко. Это раз. И два, это потом мы еще черка какого-то запиздючили. Ну красиво запиздючили. Да. Сейчас... Вон наш от дерева так уебался. Сейчас будем трапезничать. Если чайник не перевернем, нахуй. Да. Вышли вот в таком охуенном месте. О, это вчерашний гоголь. О. Такая вот речка. Кому понравилось, ставим класс. Видите? Здесь вот такая вот речка. Охуенная травушка-муравушка. Вот. Такие вот ракурсы. Бобр всего один сегодня нам попался. Всем пока. Вот так вот в Западной Сибири селится гоголя в дупло. Вот видите, я вот даже не представляю, как он сюда попал, блядь. Но он, походу, здесь сдох. И он отсюда вообще выбраться завяз, не смог. Завяз, по ходу дела. А посмотри, там есть яйца или есть на сижу. А, так это самец. Он просто помогал, наверное, самке. Стопудово помогал. Самке помогал яйца высиживать. И застрял, сука, в дупле. Да, ну мы вот ему палочку засунули в рот, чтобы это... Проверить, живой он или нет. Ну, короче, я вообще не понял. Он, видать, вот здесь головой продалбливал. Не смог выдолбиться. Вот, видите, понимаете, да? Да, понимаем. Блять. О, ему вообще чуть-чуть можно было, чуть-чуть. Ну, я много таких гнезд видал. Много? Таких гнезд много угадывал. Я их много наудергал, этих гоголей. Они же дуплятники, по дуплам лазят. О, патроны не надо. Другой раз дырку заткнешь, нахуй, его там раз поймаешь, вытащишь за хвост. А вы егерем-то давно работаете? Ой, мы... Я с 3 лет уже егерь. У меня батька егерем работал, я егерь с 3 лет. Ну все, подписывайтесь на канал Fisherman Hunter. 60 лет уже егерем. 61 год егерем работает. Входим он по лесу. Выйти не можем никак. Ну-ка, Диаколь, скажите интервью по этому поводу. Ну что я могу сказать? Стоит ли он тех патронов, двух штук, которыми ты добыл? Ну, 54 рубля. Ну ладно, ну ничего, ну мясо пусто тут на пол подушки. Еще одного добыть и будем мы. Ага, ну-ка теперь у меня интервью возьмите. С мясом и с пухом. Все там нормально. Ага. Ну, короче, ебанул я по нему с 7-ки, блядь. Короче, чуть не ебанулся сам нахуй. Сапог набрал, это называется утка Гоголь. Или поганка. Гоголь.
Видите, у него головка зелененькая. Да. Обитает она в северных районах Пири. Ага, вот видите. Ну как-то так, хули. Стрелял два раза. Да видим как-то. Надеюсь, вот эта вот хуйня да. записала это все дело. Видео с выстрелом я выложу на канал. Сверху будет вот тут вот подсказочка. Проходите, смотрите другие видосы. Давайте. А, сфоткать меня еще. Вот такие вот дела, ребятушки. Как-то так, хули. Приплыли. Два гоголя, четыре черка.